Санкционное давление на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Москва не изменит свою политику и территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко накануне. Краткое изложение этой беседы появилось на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов. Среди прочего, политики обсуждали продвижение законодательных инициатив в Украине и выполнение обязательств перед Международным валютным фондом. В частности, Помпео поприветствовал закон об антикоррупционном суде.